Всех приветствую, продолжаем рассматривать работы художников, немного знакомиться с их автобиографией. Французский художник Робер Леон Салес. Робер Леон Саль Дит Салес родился 17 мая 1871 года в Лизье. Данных практически никаких нет, но вот то, что мне удалось найти. Ученик Франсуа Фламена и Фернанда Кармона. Салес выставлялся в салоне с 1898 года, а в 1899 участвовал в конкурсе на Римскую премию. Стал членом общества французских художников. В 1900 году женился на Маргарите Луизе Аделине Котелье. В 1917 ему была ампутирована левая часть бедра. Умер в своем доме в возрасте 58 лет 21 ноября 1929 года в Париже. Вот все, больше данных нет. Еще есть данные о том, что его работы продавались, и цены максимальные были от 31 до 4248 долларов США, в зависимости от размера и носителя произведения. Ну вот так вкратце о французском художнике Робер Леон Салес. Данных очень немного. Пока-пока, до свидания, смотрим работы. Thank you.